В Шымкенте возросла стоимость строительства новой инфекционной больницы. Как заявили в строительной компании, госпиталь обойдется бюджету теперь почти в 6 миллиардов тенге против 4 запланированных. Почему в Шымкенте стало дорого и когда теперь сдадут объект, расскажет Жалгаз Азганбаев. Кочегары мы не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет. Приветов с высоты не понадобится, да и времени теперь предостаточно. Если в столице построили за 12,5 дней, в Алмате за 18, то в Шымкенте стройка растянется на 40 дней. Условно, госпиталь станет подарком ко дню города. Увеличились и траты. Стоимость новой инфекционки дороже изначального проекта на 2 миллиарда тенге и дороже столичного и алматинского госпиталей на 350 миллионов тенге. Можно смело утверждать, в Шымкенте теперь дорого. Удорожание связано с тем, что госпиталь будет не временным, а таким же, как и в Нур-Султане, на долгий срок. Есть и другие причины дополнительного финансирования. В Шымкент модули нужно доставлять, их идут железная дорога, соответственно, расходы на перевоз. Во-вторых, в Шымкенте сейсмика, и, соответственно, конструкция нуждается в усилении сейсмическом. В-третьих, в Шымкент из столицы мы перевезли 300 высококвалифицированных сотрудников, которые будут принимать участие в строительстве госпиталя. В числе этих 300 сотрудников и Айдан Нарымбаев, тот, который руководил строительством столичного госпиталя. Как уверяет Нарымбаев, больница сможет принять 200 пациентов. 180 стационарных палат, 56 одноместных, 16 трехместных. Также здесь предусмотрены компьютерный томограф на 32 среза, цифровой рентген, боксированные палаты. К слову, новая больница займет площадь почти в 6500 квадратных метров. Как отмечают застройщики, госпиталь впоследствии станет инфекционным отделением детской многопрофильной больницы. Напомним, что на строительство 3 инфекционных стационаров в Казахстане правительство выделило 14,8 миллиардов тенге. Теперь сумма возрастет почти до 16,9 миллиардов тенге. Жалгас Азганбаев, Атамекен Бизнес.